Ну что, все-таки решился? Да, правда, переживаю немного. Ну что ты переживаешь? Это всего лишь машина. Ты не понимаешь. Это новая модель. Она лучшая. И она единственная в России. И она будет моя. Может, воду скиптить? Да не. Это по-другому работает. О! Родной, я так рад за тебя. Спасибо. Ну что, покупаю? Давай. Не понял. Ее что, купили уже? А ну быстро нашли мне этого терпилу. Слышь, мандаринка, будешь рыпаться, я тебя отжарю. Пардон, где мандаринка, ты что не подготовился? Пацаны, где удлинитель? Ты что, бессмертный? Это была моя тачка. Кто такой вообще? Я блогер. Кто? Тиктокер. Тикто? Ты что там двигаешь у себя в своем тиктоке? Откуда у тебя бабло на такую тачку? Короче, берешь камеру, включаешь музыку и просто снимаешь, как ты живешь. Да легко. Это новость для СМИ, без огня не гремит. Дядя дропнул ремикс, дядя лимит. Лимоны и мандарины, а мы на Санторини. Модели в ультрамарине, поляму в день на стриме. Когда мы входим в клуб, мы не считаем. Когда мы входим в клуб, наш рэп читают слух. Серега, черный бумер и Дава Манукян. Багажники растения, мечта ботаника. По-любому нормальный повод, всем по-любому шатаем поп, все бро. Сегодня мамы, несомненно, мы самые медные, как Зипрот. Дружная тема, мы рушим стены, и сон системы, как кит-дрот. Эти дядя тяжел до цены, так откровенно, как кит-дрот. Черный, 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 стоп, сигнали, огни, стоп, сигнали, огни. Черный, 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 если можешь, так гони, если можешь, если можешь. Не, дядь, это не ТикТок. Сейчас я покажу тебе, что такое настоящий ТикТок. Тихо, ребят, не бойте, звонит. Да, да. Черный, 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 черный.
Стоп сигнале, я